Уже несколько месяцев, чтобы дойти до магазина, они вынуждены рисковать своим здоровьем. Жители домов по проспекту Филатова возмущены качеством дорожных работ, которые растянули на несколько месяцев. Щебень вместо тротуара и остановка, окопанная рвом. С местными жителями пообщалась съемочная группа «Вестей». Проспект Филатова требует капитального ремонта, решили в управлении дорожного хозяйства Ульяновска. В июне работа закипела, но радовались местные жители недолго. Постепенно дорожники стали появляться на объекте все реже, а через пару недель и вовсе пропали. Зато осталась груда щебня и вот такая остановка. Не проехать, не пройти, возмущены новогородцы. Мы теряем подошвы, портим, и машины уродуем. Значит, вечером совершенно не пройти из магазина с колясками. Детям не пройти мамочкам. У меня жена из магазина шла, асфальт был, убрали. Она идет, как будто асфальт грохнулся. И чуть себе, как сказать, физиономию не разбил. Ладно, на сумку упал. Свету нет. Ночью идешь, споткнулся и упал. Проспект Филатова. Вот так пробираемся. Чтобы пройти по этому щебню, нужно включать фонарик. В управлении дорожного хозяйства уверяют, все идет по плану. И тротуар, оказывается, уже доделан. В настоящее время выполнен ремонт тротуарного покрытия. Ведется ремонтная работа на проезжей части. В настоящее время уложено выравнивающий слой на автомобильной дороге. Планируется на следующей неделе вести работы по выравниванию слоев оснований. В ответ на настойчивые вопросы местных жителей дорожники указывают на информацию на баннере. Срок окончания работ 15 октября. Объем капитального ремонта большой. Возможно, на него и правда нужно выделять по 4 месяца. Особенно, если закладывать в эти сроки недельные простои. Это, наверное, в августе месяце они работали еще. Потом все исчезло. Работы шли вначале неплохо, нормально. Все, они работали прям довольно-таки. Все время я на них еще с балкона смотрела, ничего. Но потом вдруг раз свернулись и все, и куда-то исчезли. Кроме сегодняшнего неудобства в передвижении, жители с проспекта Филатова обеспокоены еще итоговым качеством. Если асфальт будут укладывать в дождь, насколько долго он прослужит? В прошлом году, вот я как заметил, был ремонт. Ну, по Созидателю вот, тротуары там делали, вот, Созидатели тротуары, и дотянули до снега, а следки также вот доделали, уже снег лежит. Ну, и это то же самое будет, ну и что только. Сейчас весь асфальт вылетает, выкалывается, и все. По проекту к 15 октября должны быть сделаны не только тротуар и автомобильная дорога, но еще и их освещение, а также кнопочные светофоры и дорожные знаки. Успеет ли подрядчик сдержать слово и не подвести городские власти? Екатерина Лазарева, Юрий Давыдов, «Вести», Ульяновск.